Не больница, а служба здоровья. Именно так теперь звучит Сергиевская ЦРБ. Прочитать об этом можно в отремонтированных пространствах учреждения на новых ярких, удобно вынесенных под потолок вывесках навигации. И это лишь малая часть преображения, происходящего здесь сейчас. Ведь на первом этаже поликлинического корпуса Сергиевской ЦРБ завершен капитальный ремонт. Обновлены инженерные сети, покрытие стен, пола, потолка, устройство регистратуры, зонирование медицинских локаций, санузлы, дизайн пространств. Недавно ремонт стартовал на втором этаже поликлиники. Внимание, временно ее специалисты перемещены в лечебный корпус. В нем на первом этаже, где ранее было детское отделение, также недавно завершен капремонт. В будущем там разместится новое отделение для лечения нарушений мозгового кровообращения. А на втором этаже лечебного корпуса будут детское, гинекологическое отделение, реанимация и ургентный родильный зал для экстренного родовспоможения. Травматология и хирургия остаются на привычном всем третьем этаже. У нас первый этаж 100% готов, и ведутся работы второй, третий этаж, но там до конца, так сказать, не до конца, а в первой декаде, скорее всего, ноября, все закончат. В больнице там требования в основном по санпину, все требования соблюдены и ремонт выполнен с учетом этих требований. В Сергиевской ЦРБ строители держат высокие темпы. Ремонт идет с опережением сроков, чтобы уже скоро выздоровление и профилактика болезней тут проходили в современных, комфортных пространствах.